Арти-25 представляет. Какая-то хрень, Donation Alerts не открывается. Сейчас проверим. Да, кстати, сайт лег. Сайт донатов. Да, да, да. Донатики легли. Ну все, донатики легли, можно стрим выключать, что. Ладно, я шучу, конечно. Ждем вкусняшки. Не попал, да? Ладно. Попадание все же. 212 огонь, 10 боев, 3 пробития. А можно и больше пробитий делать, выцеливая просто картонные цели. Я думаю, кину сюда 704-м, он стоит здесь. Он стоит и курит. И ждет меня. Вот ему дали прямое только что. И оно было совершенно не вовремя. И у меня еще и недолет при всем при этом. Вот эта хрень мне не нравится. Вот сидят, выжидают моменты. Тоже крысы такие. И сушка. Сейчас уедет. Гриль. Вот гриля хочу. Попал. Найс. Надеюсь, там с ним все плохо. Да, я пробил гриля. У него 400 хп осталось. Вопрос, что по елке? Куда она поехала? Так, елка пока ко мне не едет. Все, она вообще ко мне не едет. Что-то гриль там, походу, все с ума сходит. На месте крутится, бедолага. Хорош. У меня сплэш на 500. Арти, тебя у меня не хватает в друзьях, так как есть дезертир, авария мозга. Теперь тебя и 19 сантиметров. 1000 рублей. Заявка в друзья. И еще 1000, чтобы заявку принять. Это просто бизнес, ничего личного. Я сам поудаляю потом неизвестных мне людей и друзей, потому что... Ну, если какой-то стрим-снайпинг начнется, я удаляю всех. Так что толку тебе от меня? Ну что, прокину сюда? Нет. Прокину. Тут ТС, а, еще и ТПшка осталась. Но я должен здесь помогать на самом деле. Потому что это в моих же интересах. Сколько по Мойсихе на урона будет? Нормально. Надо помогать. Вроде он поджался, но вроде и прострел есть. Ах ты морда.
539 сюда. Так, арта по мне не кинула. Охренеть урон. То, что они, конечно, дали им поджаться сюда, это плохо для меня. Я сечусь постоянно. Но сюда я не могу, я только сюда могу. А прострел здесь, сами видите, какой ужасный. Но я буду пробовать. 503. Фугасиком заберите. Но мы должны тут победить. У них два шотника осталось. На этом направлении, я имею в виду, победить. Можно, в принципе, попробовать Мойскина сейчас. Вот так беру. Но вероятность большая, что урона не будет. Нет, будет. Отлично, я тут прям хорошо на фланге откидал. Я с собой доволен. Дорого быть твоим другом. Просто поясню, если что, это была просто шутка. Потому что могут не все понять. И реально воспринять это всерьез. Вот на М53 такого не было. Я стреляю ровно в центр танка с 212-го, и все, и у меня залетает прямое. На М53 вчера и в центр, и дальше, и ниже, и все равно криво куда-то летит. Кстати, у нас еще плюс блайнд, не забудьте. Это у нас 3200, и плюс блайнд на 1000 там вроде минимум должен быть по грилю. Блин, ну, надеюсь, сплэш там был. Хотя далековато. Для этого снаряда он далековато упал, чтобы сплэш какой-то был. Не имей 100 друзей, а имей косарь с каждого. Так, тихо, мы проигрываем. Косарики. У кого косатики, у кого косарики. Да, не прошел урон. Ну, как бы 439 хорошо, но так нехорошо. Потому что опять копеечка осталась. Ну все, два танка там, и я тут один остался. Они все мегашотные, кроме 704-го, да, и 34-ки. Риничи ко мне приедет, но он еще будет долго ехать. Я еще вроде успею сюда кинуть. Блин, засвет нужен. Я не буду так кидать, нет. Надо Рино ждать. Рино. Где ты, Рино? Хотя он может быстро ко мне приехать. ТП-шка возвращается. Вот это хорошо. Я вот сюда встану. Так, вижу. Не беру. Вот здесь беру. Вот сюда чекни, чел. Блин, ну у меня сейчас в спине будет Риныч. Здесь вылезет, скорее всего. Я прям это чувствую. Так, здесь пока засейвлен на 34-ке. Так, все, я готов его встретить, если что. Нужно, 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 нужно ждать. И 704-й едет. Ой, там 800 хп у него. 400. Есть попадание. Гусеница сбита. Движение невозможно. И гриль приехал. И вон Рина. Да нет! Ну, пожалуйста. У них все шотные остались. У них все мегашотные. 100 хп, 90 там. Еще 100. Господи, все шотные. У меня 5к урона в этом бою. Кстати, Рина очень долго ехал и так и не доехал. Пипец.
Мне одному кажется, или бои стали намного дольше. Ну фиг знает, раз на раз, слушай. Но марафон кончился, вроде как-то по-нормальному стало, кстати. 5700 урона, вы чё? 5700. Я гриля пробил? Да, я пробил тогда. Ну, суммарно 1700. Было 400 с чем-то. То есть практически на 1300 я им дал пробитие. Может, не практически, а может, это так и есть. 5700 урона, народ. 2022 год на арте. Вот такой вот... Вот такой вот год. Год урона. Так. Ну, хороший бой, хороший. Но жалко проигрыш. У них три шотника, это можно было дотащить.